Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу. Какую Россию мы оставим нашим детям? Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь, благополучной страной, которая выберет из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо. Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем. Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами... Что за результат? Воля к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем... Мне кридом верится, что построим хорошее будущее нашим детям. Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили. Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».